Всем привет, с вами Витя, вы на канале Под микроскопом. Сегодня я расскажу вам самое интересное о нематодах. Нематоды или круглые черви – это тип первичнородных из группы линяющих. В настоящее время описано более 2400 видов паразитических и свободно живущих нематод. Однако, оценки реального разнообразия, основывающиеся на темпах описания новых видов, предполагают существование около миллиона видов. Вы только вдумайтесь в эти цифры – 1 миллион видов червей. Свободно живущие нематоды обитают в грунте водоемов любой солености и во всем диапазоне глубин, в образцах подводных твердых поверхностей и в почве. Нематоды встречаются от полюсов и до тропиков во всех типах сред, включая пустыни, высокие горы и глубокие моря. Они играют важную роль в экосистемах почвы и грунта в водоемах, где их численность может достигать нескольких миллионов особей на 1 квадратный метр. Нематоды Felicia phallobus mephisto, не знаю, если правильно я прочитал название, считаются самыми глубокоживущими сухопутными многоклеточными организмами на планете. Felicia phallobus mephisto, на русском дьявольский червь, вид нематод, открытых Гаэтаном Баргони и Талисом Остутом в 2011 году. Эта нематода была обнаружена в руде, добытой на золотодобывающих шахтах Беатрикс и Дрифонтейн в ЮАР на глубинах 900 метров, 1300 метров и 3600 метров. Черви обитали в небольших скоплениях воды, температура которой была около 48 градусов по Цельсию. Он Стот сказал, что он чуть ли не до смерти перепугался, когда впервые увидел, как они движутся, и пояснил, что они выглядели как что-то черное, маленькое и юркое. Эта находка является важной с тем, что до этого времени ни один другой многоклеточный организм не был замечен на глубине более 2 км под поверхностью Земли. У нематод длина тела составляет от 80 микрон до 8,4 метра. Такую длину имеет паразит. Плацента нема гигантиссима, живущая в плаценте кашалота. Свободно живущие нематоды и паразиты растений характеризуются небольшими размерами, от 1 до 3 мм. В редких случаях свободно движущие виды достигают сантиметровой длины. Паразиты животных в большинстве своем также маленькие, но самки несколько крупнее самцов. Вот такая вот информация получилась про нематод. В следующем видео я покажу вам, как спирт не убивает нематод, и вы увидите, какие они живучие гады. А на этом все. Спасибо, что досмотрели ролик, и не забывайте подписываться на наш канал и ставить лайки. До скорой встречи на канале!